ставьте лайки, пишите комментарии. После просмотра данного видеоролика хотел бы попросить вас посмотреть вот этот видеоролик, который вы видите на экране, так как на данный ролик дали плашку 18+, и из-за этого YouTube просто его перестал продвигать. А ролик действительно интересный, и его стоит посмотреть. Ссылка на этот ролик будет в описании и также в комментариях в закрепе. Буду вам очень благодарен, если вы посмотрите и проявите там актив, поставите лайк, возможно, даже напишите комментарий. Ну и в общем-то все. Приятного просмотра. Какая вкуснятина в аэропорту. На вид как рыганина, блядь. И на вкус как рыганина. Чтобы вам не спиздеть, минут, наверное, 40 она уже стоит, снимает видео. Вот только так вот на себя повернула, и уже минут 40 где-то снимает, стоит. Может, даже дольше, блядь, я не знаю. Но вот сколько я здесь сижу, она стоит, снимает видос. Себя стоит, снимает, по какую-то музыку. Во, музыка поменялась. Ну, это другое дело, разъебок. Сейчас продолжит снимать уже под более веселую музыку. И пританцовывает, подпевает, прикиньте, мать. Блядь, вот это счастье. Смотрите, ребят, у меня же вроде шаги побольше, я высокий. А меня все обгоняют. Почему? А я иду против вот этого эскалатора, представляете? Прямо против входа иду. Вы что, ебанулись? Нахуй вы это смотрите? Идите спите, вы время видели? Ребятки, нихуя не изменилось. Она вышла уже из лаунжа и танцует, продолжает. Блять, вот это счастье. Бать, вы верите в совпадение или нет? Но мать тиктокерша моя соседка, прикиньте. Ну это пизда. Вот она. Сейчас будет снимать свои тики-токи, блять. Весь полет. Ну я вам уже показывал эту хуйню. Вот так вот выглядят бизнес-классы. Вот оно, мое место. Блять, самый прикол это, что выдвигается, выезжает, и я смогу протянуть свои длинные, ебаные ноги, которые никуда не влазят, сука. Вырастила мама дылду ебучую, 190 рост. Зачем, спрашивается? Почему маленькие такие счастливые, блядь, а я сижу везде вот такой, блядь, вот такой, в каждой маршрутке, в каждом автобусе? Ладно, давайте пожелаем мне хорошего полета, ребятки. Все, я пропадаю на 10 часов. Если я разобьюсь к хуям, помните, я вас любил. И если что, пароль от Binance мой... Хотя не, это лишнее. Ладно, все, давайте. Смотрите, вот такой закат, ребята. Мы сейчас пролетаем над Индией. И нам принесли, получается, рыбка, картофель запеченный, брокколи, помидорчики запеченные, а фруктики, знаете, томатный сок. А где лобстер, нахуй? Извините, это неуважение. Я думал, сейчас вообще-то пилот нырнет в море, мы выловим лобстера, и он мне лично его пожарит. Мужчина, неприемлемо, блядь. Бывают же, да, такие мрази, нахуй? А на серьезе ж бывают такие, которые... А почему салат не свежий? А почему осьминог молчит, не разговаривает со мной? Как уебал бы нахуй. Ебать кайф, да, ребятки? Ебать кайф нахуй. Кабриолет вообще сила. Я вам скажу, вроде дубайск, но прохладно, блядь. Прям прохладно. Сейчас, пожалуй, шапочку надену. Мне как раз мама с собой дала перчаточки на резинке, поняли? Да я ебал, холодно. Так, у тебя подгон, правильно, для меня? Распаковка нахуй. Я считаю, что с этого дня прикол с расческами выходит немножко на другой уровень. Больше подробностей, что это за? Это расческа специальными лазерами, которые провоцируют рост волос. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я увижу на тебя такие же волосы, на твоей аватарке в Телеграме. Ее можно сразу попробовать? Смотри, там прикол в чем? Там надо инструкцию прочитать по применению. Ну там самое главное себя не совывать. А все остальное, в принципе... Подожди, но оно смотрится реально, как будто надо в себя совывать. Или нет? А второе что там? Вот это что? А это чехол. Чехол для расчески? Ну конечно. Ну ебаный рот, Артурчик. Спасибо за подарок. Ребятки, пользуясь случаем. Где мы находимся сейчас, напомни? Дубай-Марина, Парк Айленд. Дубай-Марина, Парк Айленд. Самые вкусные бургеры нахуй просто в мире. Он меня только что, кстати, за... Я попробовал бургер один, и он меня только что драл вот этот прямо на столе, блядь. Ну вкусно просто потрясающе. Ты понимаешь, что я не буду ей пользоваться нахуй? Ну разочек. Ну я чисто сниму и все. Окей. Ну я... Ты серьезно думаешь, что я буду пользоваться? Ты купил ее? Это не подарок там от мамы на свадьбу у вас был? Серьезно, ты купил эту хуйню? Реально, реально. Пиздец, блядь. Тебе столько дарили расчесок, ну честно. Но такое тебе не дарили. Что, блядь. Я короче, хочу... не заходите сюда. Залупа ебаная вот это, запомните. И расческа хуйня, и бургеры хуйня. Ля вид из окна. Просто разъебалово. Ля, та ты шо? Тут басик даже какой-то. И он второй маленький, видите? Пойду туда в маленький купаться. Буду просто всех раздражать. Буду плескаться, знаете, типа, пошли нахуй, пошли нахуй. Тут выставка просто ебейшая. Сейчас покажу вам эти машины, расскажу о технических характеристиках, их название этих машин.
В общем, смотрите, поехали первое. Это Deo Nexia. Deo Nexia желтого цвета, красивее она просто смотрится. Вот это Deo Lanos. Красный Lanos с черными полосками получается. Тоже очень эффектный. Так, вот это Nubira, по-моему. Deo Nubira. Так, есть, да. Это Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo желто-черный, тоже красивый. И вот УАЗик. Ну, УАЗик пиздец вообще. Серенький, но очень красивый. Вот, вот такая хуйня. Если хотите узнать больше об машинах, не смотрите нахуй этот канал вообще никогда. Блять, еще забыл вам Матиз показать. Ну, Матизератти. Ну вот, это из новых, поняли, Матизов? И цвет такой перламутровый. Бля, Матизератти просто разъебалово. Определенно нравится. Ну и там он копеечный, что-то почек 200 продать надо. Ищешь с кем провести ночь? Набери меня. 937-9992. Если в двух словах, мы сейчас сделаем небольшой обзор на туши мяса, которые висят, коровьего мяса, которые висят около 60 дней. И вялятся, или как оно правильно называется, Миша? Dry age. Что сделают? Dry age это называется. Это называется dry age, ребят. Dry age вообще-то нахуй. Идем? Сюда прямо? Сейчас пройдем по кухне. А, мы, во-первых, рестики, всем привет. В рестике у Миши, рестик охуенный. А я, видать, до этого чуть-чуть не дорос, до этого мяса, но... Так, сразу ревизор, мы сейчас пройдемся. Пыли нет? Нету, ладно, блядь. Ладно. А сколько здесь штат, Миш? 80 человек всего лишь, блядь. Вот здесь? Да. Вот здесь оно? Hello. Hello. Фу, блядь. Господи. Я сейчас начну вот этой хуйней. Почему? Нормально? Блядь, какая же вонь. А еще нет вони. Почему вонь? Сразу понимаешь запах плодородного мяса. Я до этого не дорос, наверное. Ну, почему мне воняет, как будто бабушка умерла? Бабушка умерла, нет, я подсалась перед этим, блядь. Потрясающе, ребят. Всем рекомендую. Смотрите, здесь театр, здесь шоу сегодня. Смотрите, как красиво. Настолько охуенное шоу, что заяц даже не вывез, смотрите. Просто пизда зайцу. Ребятушки, вы посмотрите на это разъебалово. Это сырнички или творожнички, как вы их называете? Сука, аж волосы дыбом встают. Ну, пацанов так точно нахуй встали полностью волосы. Фу, блядь, тоже какое убожество, вы посмотрите. Ну, вы видели что-то ужаснее? Я не видел ничего ужаснее, чем вот этот Lanos. Фу, блядь, прям некрасиво. Кто хозяин? Ты? Мне не нравится. Пиздец, как люди выживают здесь? Я не понимаю. Но им же, наверное, сложно. Реально сложно жить. Бедные, держитесь. Ребятки, никогда не было шлюхи карлика, и наконец-то я снял ее. Посмотрите, вот. $50 Причем недорогая, блядь, она. Ну, там что-то $20 за пипти, ночь. Пипти, пипти. Пипти? А, 50, говорит. Нахуй ты куришь, ты не вырастешь. Мне 30 уже поздно. А, ебать. Ребят, запомните, это низко. Нельзя шутить. Мы тупо выше этого. Мальчишки, девчонки, все, кто смотрит канал Саня Зубарева, братишки нашего, если увидите его, передайте ему привет, блядь, объятия, сука. Да хуй его увидишь, его никогда не увидишь. Его хуй поймаешь, но если Зубарев поймаете, найдешь, распакуйте по шву так, чтобы увидеть центряк и не проморгать свое счастье. И теперь эксклюзив. Хуй басты, прямо сейчас, прямо он. Ну а вот эта машина, это вообще просто пиздец, смотрите. Ля, такое ощущение, что с нее сейчас выйдет Джон Уик и даст мне пизды. Вы посмотрите на эту красоту. Ой-ой-ёшеньки. Так реально, как для меня. Вот это все фу-фу-фу. Вот. Вот это красавцы подготовились. Смотрите, как красиво, девочки. Смотрите, как красиво. Я имею в виду не этот вид, а вот. Красивый, да, пизденение. Охуеть, какой Титаник, да? Смотрите, ну это на ширик. Вам кажется, он маленький. Он огромный, блядь. Он не заканчивается. Вот, мы все едем в его длину, представляете? А плывем мы очень быстро. Посмотрите на волосы. Бля, как развиваются. Видите? Скорость огромная. Все, заходим в док, прохмуемся.
Ну вот, посмотрите эти яхты, которые здесь стоят. И вы понимаете, не только цену этих яхт, но еще и содержание этих яхт. Просто за то, что она стоит в доке, обслуживающий персонал, это миллионы, сука, миллионы. Не лучше ли взять моторную лодку, резиновую, блядь, с Иванычем выплыть, наловить рыбки, перевернуться, утонуть нахуй по синьке. Вот где романтика, а вот это минус вайп. Как же я заебал уже вести себя как дикий, но вы... Господи, ну что это, ну вы серьезно, блядь? Подождите! Ебать! Ну посмотрите на это, ну... Ну это я сейчас начну дрочить стоять, понимаете, сейчас же. Так, ну что, ребятки, мы чуть легли поспали, я проснулся. И сейчас я вам покажу... Извините, это шлюха моя, жирная, толстая, на год старше меня. Ну, что было, блядь? Сейчас покажу вам вид, смотрите. Смотрите, как колесо ночью светится. Просто пиздец, да? И вот вид на басик. Смотрите, как красивенько, блядь. Шлюха, ты можешь не зевать, нахуй? Я показываю. Блядь, что за шлюхи пошли? Ну, давайте, ребят, откровенно. Вы когда-нибудь видели мужчину сексуальнее? Ну, посмотрите. Это машина, нахуй. Это машина. Car. Слышали? Вороны пролетают, кричат машина. Так, все, мы вышли с массажа. Вы спросите, что нахуй у тебя здесь за гнездо? А я вам объясню сейчас. 44 минуты она мне массажировала виски, нахуй. Виски. У меня две гематомы, блядь, вместо висков. А куму моему вообще достался индус, прикиньте, как... Просто, блядь, везунчик по жизни. У меня хоть женщина, ну, хоть какая-то, я не помню, с Таиланда вроде, я так и не понял, либо филиппинка. 44 минуты виски. Очень рекомендую, массаж охуенный. 10 дирхам за шавуху. Это сейчас я вам скажу, это 20 юаней. А ну скажите мне, 20 юаней это дорого или нет? У вас шаурма дешевле или нет? Так это плюс шавуха, плюс банановый милкшейк. Нихуя себе, это очень дешево. Во-первых, покажи вот это ближе. Ребятки, вы посмотрите, баранья люля. И прямо вот напихано соусом внутри. И можно макать в сацебели и хавать. Давайте попробуем сразу. Я давно в рот ебал. Вы посмотрите, хачапулька по-аджарски. И салатик грузинский. За грузинскую кухню я... Ладно. Вы поняли, да? Бабушка с дедушкой, смотрите. Это могли быть мы с тобой. Но ты выбрала быть несчастной. Запом... Блин, я тоже так думал. Красавец, Борис. Сейчас ты помнишь, верно? Да, вот все помнят. Вот это, да, вот это. Правильно? Нет. Ладно, сделай так, делай ладони. И крепко зажимай. Крепко вот так. Вперед. И переверни. Смотри, сейчас карта здесь, верно? Шестерка гостей. Да. Где твоя карта? Сейчас отсюда перейти в эту руку. Возьми и крепко открывай просто. Не-не, повыше эту, повыше эту и повыше эту. И открывай. Не-не, открывай. Просто две руки. Открывай. Открывай карту. Сними сюда. Ты как нахуй? Как такое, блядь, получится? Тебя б сожгли на костре в 18 веке за такую штуку. Сейчас можно перевести. Нет, ладно. Или скажи, правая или левая? Рука. Какой драчу? Нет, ты просто скажи, правая или левая. Вот так. Правая. Правая. Вот смотри, левая мои часы, правая. Ты, как нахуй? В чат положили что-то. Здесь уже будет реклама у тебя в Ютубе нормально. Это пиздец, слышишь, ля? Смотрите, гири, штанги, прямо на пляжике в отеле можно позаниматься спортом. Вот вид отеля. Заебись, да? Я ж как раз сюда приехал позаниматься спортом на пляжике. Нахуй. Груша даже есть боксерская. Вы же знаете, что я чемпион на... Показать вам удар, от которого охуеете? Получай! Так, и еще по поводу вот этой машины. Знаете, что он сделал?
Смотрите, он припарковался так, чтобы с этой стороны был столб, и никто, не дай бог, не заехал рядом. А второе парковочное место он тупо выкупил, чтобы никто, не дай бог, не ударил эту машинку, представляете, дверью. Я просто не до конца понимаю стоимость этого автомобиля, я понимаю его раритетность. Ну, то есть, это полный пиздец, но не до конца понимаю стоимость. Скорее всего, это больше миллиона долларов, потому что мне сказали, что таких машин осталось уже очень-очень мало в мире. Там просто на пальцах одной руки можно сосчитать. Вы посмотрите на этот салон. Я не знаю, к ней вообще можно приближаться, блядь, или нет. Вы понимаете, все оригинальные детали остались. Это пиздец. И комплектующие. Бля, зеркальце какое маленькое. Как будто я ношу такое, знаете, с собой, чтобы припудрить носик на... Ладно, блядь. Ебать, тоже зверинец, посмотрите. Ля тут, Луи Виттон, кожа питон, нахуй. Знаете, что за машина? В. Волга, нахуй. Просто пушка, да? Волга. Ля, все как выглядит в Волге. Вот это научились делать красавцы. Все превратилось в какой-то автомобильный блок. А я не знаю, что вам сказать, если я кайфую от этой машины, блядь. Я кайфую от всех машин, которые вижу. Я как ебанутый, я пещерная хуйня, понимаете? Кроме своей BMW, я вообще ничего не видел. Я здесь хожу и просто, класс, блядь, сфоткался возле нее. Знаете, как дети, вот эти, блядь, не очень развитые, которые с чужими машинами фоткаются? Вот я такой же. А к чему я, ребят? Подытожим эту всю хуйню. Я уже соскучился сильно по вам. Безумно соскучился. Я уже хочу уехать с этого нахуй богатства и роскоши. Ну вы посмотрите этот пиздец, посмотрите. Я хочу уже съебаться и приехать в Китай и жрать рис. Потому что я понял, ну подытожим еще раз, вот такая жизнь как-то мне не подходит. Не то, что она классная и шикарная, но она мне не нравится, блядь. Я хочу, чтобы не хао и х. Вот что я хочу, блядь. Так, пошли покажу, как выглядит завтрак в Риксосе. Погнали. Смотрите, вот здесь все виды сыров. Творожный крем-сыр. Посмотрите, ебать. Вот сыр, который долго, лет, наверное, 90 здесь уже стоит. Никто его не берет, он до сих пор стоит. Дальше, ну и понятно, все виды колбас, рыбов, блядь, нарезок. Ой-ой-ой-ой-ой, лососи. Так, дальше, здесь хлебобулочные, выпечка. Ну, выглядит, скажите, ля, какой секс. Ля, это я дырочки делаю. Погнали дальше. Здесь у нас что? А, свежевыжатые соки. Апельсиновый, апельсиновый. В смысле, апельсиновый и апельсиновый? Охуеть. Я думал, что будет побольше. Так, здесь туркиш. Минимен. А, я гляну, брат. Ага, это минимен. Грибы. Короче, картошечка с сосисоном, какая-то кашка, блядь. Фу, блядь. Так. Ну, в принципе, это нихуя. А вот это ж другой разговор. Вот это другой разговор, ребята. Так, пошли дальше. Здесь яйца. Вот эти яйца Бенедикта, яйцо Пашота. Зачем их яйца? Пацаны свои яйца отдали, блядь, чтобы... Так, здесь халапеньо оливки, понятно, да, соление. Каперсы, это я выучил, ребят, это каперсы, если что. Ну, блядь. Так, дальше, жареный бекон, жареные овощи, помидорки с сыром, яички, здесь яичнички жарят. Hello, sir. Ой, здороваются все, знаете, такая популярность. Так, вот вафельки и панкейки. Панкейки это блинчики, поняли, ну как? Только панкейки, ебать. Так, дальше. И здесь бутики, ля. Прям сэндвичи. Шавуха нарезанная. Мини-бутербродики какие-то. Здесь мед. Здесь вот соты прям. Прикиньте, пчелы прилетают, прям забывают. Я охуел. Летает рой пчел, прилетает сюда. Раз сделали эти соты и улетели обратно. Так, ну, и здесь вот все, что связано с салатиками. А здесь вот мое. Я только что вот этой хуйни насыпал. Смотрите, она прям сыпется. Ля. Класс, да? И молочка набрал. Это все, ребят. Слишком ярко и эмоционально я рассказывать не могу, потому что каждый второй понимает, о чем я говорю, поэтому я себя немного сдерживаю. Если было интересно, ставьте лайк,
жмите на сонную артерию и продолжайте спать нахуй, потому что время вы видели. И еще раз рубрика, которая вас заебала, и тем не менее, ну надо похвастаться, я закрываю гештальты. Вот она наша Волга, видите, да? Вот она. И вот сейчас мы эту Волгу отдаем и берем другую Волгу. И вот новая Волга уже, смотрите. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Бам, нахуй. Ля, синяя Волга, как же красиво смотрится, ёб твою медь. Потрясающая.